Я нашел для нас потенциального рекрута. Поставлю маркер на карте. Испытания нашего первого микродрона прошли успешно. Он просто милашка. Думаю, назвать его Себастьяном. Пора вломиться в Тайдис. И стащить у Найджела Касса его новую игрушку. Проект Фемида. Что за название такое? Это из греческой мифологии. Фемида была богиней правосудия. Ну, знаешь, с мечом. Ну да, типично для сучьего Найджела Касса. Видишь? Школа — это не просто курс социальной адаптации. Найди план здания, а я определю, где именно работают над проектом Фемида. Видимо, надо искать дальше.
поищи что-нибудь с названием Фемида. Окей. Ну, если бы я прятал секретный и морально сомнительный проект типа Фемиды, я бы спрятал его в хранилище на нижнем уровне. Но нужны серьезные навыки взлома. В помещении, где идет работа над проектом Фемида. Можно попасть на лифте, но он заблокирован. Для обхода защиты нужен доступ к терминалу. Понадобится бот-паук. Чтобы обойти систему охраны, используй Себастьяна и остальных микродронов. Но сперва нужно преодолеть эффектное лазерное заграждение. Тебе понадобится бот-паук и крепкие нервы. Окей. У нас непростая работа. Непростая, но важная. Мы потратили сотни часов на сбор информации, но все равно не смогли учесть всего. Вы скажете, мы делаем, что можем. Да, но этого мало. Плохо звучит. Но даже мы не идеальны. Да, это им понравится. Скромность любят. Мы совершаем ошибки. Это в природе человека. Но ошибки недопустимы. Мы последний оплот жителей города. Проект Фемида несет правосудие и защищает. Он использует данные, чтобы предотвратить преступления и насилие. Он позволит исправить недостатки человеческой природы. Пойдет. Конечно, будут вопросы. Допустим, крайние меры. Несмотря на все опасения, это нужно Лондону. Ну что ж, Себастьян, тебя и твоих друзей к этому готовили. Уничтожьте для папочки систему безопасности. Что ж, отправим микродронов в первый полет. Вот это я понимаю. Будет круто. Почему просто не прострелить дверь?
Я тебе что, ковбой? Дай мне минуту. Время оплакивать павших. Знакомьтесь, Себастьян. Еще один из наших бесчисленных микросоюзников. И каждый из них Себастьян. Идеальное имя для идеальных дронов.
Вот они, ядра. Уничтожь их, Себастьян. И умоляю, будь осторожен. Себастьян. А, да. Теперь ты сможешь получить доступ к проекту Фемида. Сейчас Найджелу станет херово. Лондон, некогда оплот цивилизованности, сейчас стал рассадником беззакония. Совершенно очевидно, что человечество не справляется. К счастью, есть решение. Вот оно. Проект Фемида. Альбион нашел способ использовать существующую систему «Цена жизни», которая занимается сбором биометрических и личных данных в разработке новых автономных дронов. Эти дроны будут опознавать, изолировать и устранять угрозу задолго до ее появления. Для них нет преград. Они видят все. Они могут уничтожить врага в пустом переулке или в толпе с одинаковой точностью. Дроны Фемиды сделают то, что было не под силу людям. Они действуют мгновенно и эффективно. Так и знал! Алгоритм ценной жизни. Мой алгоритм! Надо было его удалить, когда я уходил. Ты это о чем, Хэмиш? Знаешь, как работает Фемида? Нет! Черт! Да. Несколько лет назад мы создали алгоритм ценной жизни для миротворческой системы Касса. Так он ее называл. Определяет уязвимых граждан, но не для устранения. Ух ты, черт! Значит, в теории, Фемиду можно запрограммировать на цель с любыми параметрами. Да. Именно так Касс и мыслит. Он гений, но с извращенной моралью. Нужно положить этому конец. Я знаю как. Удалим данные ценности жизни, и с Фемидой покончено. Господи. Ладно. Готово. Церемонию награждения предлагаю перенести. Уходи оттуда. Это занятно. Я перехватил аудиосообщение Найджела Касса. Нет, нет, хватит оправданий. Это мой город, и я не позволю Дедсек разрушить мои планы. Фемида должна была изменить Лондон и весь мир. А эта шайка... Да еще и Хэмиш Баладжи! Найти всех! Они выставили вас идиотами! Как ни в чем не бывало, зашли в Белую башню, и никто им не помешал. Как же ваши хваленые меры безопасности? Вам есть что сказать в свое оправдание? Нет. Значит, все до одного сотрудники пройдут повторную проверку. Никаких исключений. Им кто-то помог, я уверен. И мы найдем этого кого-то. В этот раз мы достанем их всех. Ну, вот и все. У Касса еще долго будет гореть жопа. Алгоритма больше нет, и о Фемиде можно забыть. Вы молодцы. Без твоей помощи мы бы не справились, Хэмиш.
Когда Найджел Касс снова начнет пакостить, нам, пожалуй, придется снова обратиться к тебе. Я явно не командный игрок, учитывая, как закончился мой роман с Альбионом. Но я буду следить за Кассом. Может, подкину что дельное? А ведь еще есть нулевой день. Помните их? Они просто раздавили Дэдсек 1-0. Касс имеет отношение к той чистке, Бегли, и ко взрывам. Так что, Хэмиш, нам пригодится любая помощь. Удачи. Не мне судить, но для первого раза вроде неплохо. Дэдсек не завербовал бы тебя, если бы ты не была живучей. Это был комплимент? Ты не паси за Бэкси. Привыкнешь еще к его комментам. Он крутой. В прошлом приключении детектива Бегли и его временами полезных людей-помощников мы узнали, что технологический магнат-миллиардерша и ловкач, который использует войну себе во благо, наживаются на человеческих страданиях и убивают людей тысячами. Знаю, это пугающее открытие. А теперь о женщине, которая чаще всего попадает под наши подозрения. Мэри Келли может начать продавать рабов в любой момент. А мы тем временем получили зов о помощи. Внезапно, из кофейни. Может, у них Wi-Fi сдох, не знаю. Это так важно, Бегли? Да, конечно, все не так просто. Но я подумал, что если не отколоть шутку, ты все пропустишь мимо ушей. Информация о двух новых направлениях у тебя в оптике.